Итак, депутаты Госсобрания предложили сдвинуть сроки уплаты имущественных налогов. Соответствующие поправки башкирский парламент планирует внести в Государственную Думу. Ну, вот в частности, законопроектом предлагается перенести крайний срок уплаты земельного налога и налога на имущество физлиц с 1 декабря на 1 июля. Как отметили в профильном комитете, этот шаг положительно скажется на финансовой устойчивости сельских территорий. Но вот дело в том, что поступление имущественных налогов физлиц составляют значительную долю, а именно до 40% доходов сельских поселений. В то же время поздний срок уплаты данных налогов лишает сельские бюджеты необходимого объема средств для финансирования расходов. Решение о внесении законопроекта примут на ближайшем пленарном заседании.